У нас сегодня 1 сентября в Киеве. И дети уже пошли в школу. Мы, правда, находимся не в школе, но вот вы можете посмотреть, вон уже школьники ходят в вышиванках, все. Посмотрите, как гарно. Очень-очень красиво. Дети у нас в школах. Сейчас только в вышиванках дети ходят 1 сентября, потому что это у нас наша национальная броня, и оно очень красиво выглядит, шикарно. Дети, я уже видел сегодня, у нас в доме поприходили и дети, и родители, все в вышиванках. Очень-очень-очень красиво было. Вот. А так, просто вот, чтобы посмотрели, какая ситуация вот у нас в Киеве на Крещатике. И можете сравнить это с теми городами, типа несчастными городами, давайте так скажем. Вот еще люди ходят. И еще с теми несчастными городами, куда пришел русский мир, это Донецк, Мариуполь. И вот смотришь на это все, на тот ужас и кошмар, который там творится, и на то, как живем мы. И просто говоришь сам себе, что какое счастье, что мы отстояли Киев тогда, в марте 22 года, нынешнего года, когда надавали по соплям расистам. Расисты сбежали отсюда, потому что если бы этого не было, у нас бы была такая же жуть, как в Донецке, Луганске, Мариуполе и других городах, которые нам еще предстоит освобождать от расистской чумы. О, это явно в Читали идут наши учителя. Не те предатели, которые сейчас хотят там, коллаборационисты хотят пойти в школы в Мариуполе, Луганске и так далее, в захваченных городах и даже в Херсоне. Я не знаю, на что они надеются. Идут на коллаборацию с фашистами, в то время как города будут очень скоро освобождены. И сами подумайте, статью за коллаборационизм никто не отменял, она только принята. Не понимаю этих людей, честно говоря. Ну вот, вы имеете представление сейчас, как выглядит наш красавец Киев. Сейчас я вам еще покажу. Вот так вот. Сейчас еще сюда, на Бессарабку покажу вам. Вон Бессарабка с той стороны.